Петр Иванович, ты вот за эти лопатки, ты заплатил деньги Снежинскому заводу, или у тебя денег нет, надо тебе деньгами помогать? Они в Снежном, мне еще 20 миллионов надо, этот самый, заплатить НДС, этот самый, да. Я все, что были у меня деньги, я отправил им на зарплату. Уже два месяца мы их содержим как-то. Тут сколько эти лопатки все стоят? Лопаток на 500 000 000 рублей там лежит. Надо лопатки сейчас немедленно спасти, потому что могут нас прихлопнуть с этим делом. Значит, я даже сейчас буду думать, как тебе 200 миллионов завести, откуда их взять, чтобы ты заплатил. То есть еще надо 250 миллионов тебе. Всего ты говоришь 500? Ладно, да. Ну ты точно скажи, потому что я же тоже деньги не печатаю. В первую очередь, ну мне же НДС надо заплатить, да, на таможне. На таможне из-за Донецкой Народной Республики? Конечно, ну да. Ага, ну да. Я понял тебя. Значит, 20% еще 300 миллионов, да еще 60 миллионов на таможне. Хорошо, давай скажи, сколько тебе надо денег на всю партию. Как ты планируешь вот снежнянскую продукцию нам отправлять? Мы снежнянскую продукцию получаем элементарно. Машина сейчас они загружают и везут к нам. Кто а мы деньги отправляем. Вот как только перейдет куда дальше, куда тогда через Крым я буду возить элементарно. Ты их вывез уже или нет? Вот в себе или все в Снежном лежит? Не, у меня лежит. У тебя лежит, да? Конечно. У меня лежит на 380 миллионов рублей продукции. Я понял, ты правильно сделал. Хорошо, я понял. Я с другого Алло. Телефона. Да, с другого. Да. Ну, твои люди могут, ты не звони, но пусть приходят те, кто у тебя работает. Я ему объяснил, что компания, которая будет покупать, она будет существовать 2-3 дня. Он, мне такое не подходит. Я говорю, так а мы по-другому не можем. Но мы же ее должны куда-то это все... Ну, все понятно, понятно. И он начинает играть в эти игры, блядь. Я говорю, Петр Иванович, если ты хочешь, чтобы мы работали, вот давай сделаем вот так вот. Ему не надо никому. И все, концы в воду, и все. Я по-другому не могу. Что он, блядь, хуйню занимает? Правильно. Я же понимаю, что мы делаем.